всеми наземными отрядами. Я вновь приветствую тебя, мой зритель. И мы продолжаем прохождение XCOM Enemy Within. Так уж вышло, что нынче у нас знаковая серия и, возможно, переломный момент в игре. Мы летим на штурм базы пришельцев. Ну что ж, давайте выбирать команду. Так, посмотрим, кто у нас пойдет. Я думаю, качественно туда будет взять обоих штурмовиков, так как скоро будет захват нашей базы, и нам нужны будут люди, которые будут находиться в боевой готовности и могут далеко стрелять и отстреливаться. Как мы помним, нашу базу нужно будет оборонять в каком-то качестве, допустим, оборонительном, с далекими показателями стрельбы, в плане того, что дальность стрельбы учитывая. А штурмовики нам по дальности стрельбы не шибко нужны в обороне базы. Я бы на оборону, допустим, поставил большинство пехотинцев. Давайте посчитаем. Вот Дарья будет, будет Нефилим. Штурмовиков здесь не будет порядка, то есть 8 человек первых. Также мы на штурм базы возьмем майора. Так, значит, пулеметчик у нас, снайпер будет при нападении на нашу базу. Так, дальше пехотинец, ракетчик. Еще один пехотинец. Берем для штурма базы Рубкина. Так, идем дальше. Также мы берем еще разведку на штурм базы. Сразу в концовку ставим двух мэков. Так, возьмем лучника. Маман. И возьмем... Так, а где у нас... А вот, каратель. Окей, если они не успеют выйти, значит, возможно, будет на задании еще и у нас князь. Но это непонятно, будет ли он. У нас, в принципе, каратель здесь сам, на самом высоком месте впереди. Ну ладно, посмотрим. Также кого нам еще нужно будет для штурма базы? Давайте вот сюда вот поставим ракетчика. И добавим еще народу. Так, пехотинцев. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Отлично. Сюда мы уже можем взять пехотинца вот этого, нитку и какого еще. И вот возьмем пип-боя сюда на захват базы, а на оборону у нас останется пехота, та, которая постарше в званиях и опыта побольше. Я думаю, они справятся с оборонной базы. Так, тут по экипировке вроде бы все выставлено, все нормально. Единственное, только по нитке вот я хотел бы посмотреть. Это у нас не основной персонаж, а вспомогательный. В принципе, нормально. По ходам, по меткости, по всему остальному ровно. Если что, то пип-бой ей поможет. Вот таким вот составом начнем наше задание по захвату базы. Да, кстати, разведка у нас пойдет с новой винтовочкой марксманской, а снайпера у нас пока что только с такими импульсными винтовками. Для изготовления новой винтовки зелененькой нам нужно будет еще какие-то оружия, короче, тяжелые. Фиг его знает, где их брать. Возможно, захватывать нужно элитных мутонов или еще кого-то для получения этих ружей. Но, в общем, произвести пока критично это все дело.
Ладно, начнем. Садимся. Вот скелетный ключ. Что-то вроде отмычки, которая пропустит вас на базу чужих. Права на ошибку у нас нет, надо делать все сразу и как следует. Так, ну что ж, отлично. Права на ошибку действительно нету. Нужно делать сразу и все как следует. И наш народец, я смотрю, без паники. Все воодушевлены тем, что мы сейчас будем карать уфошников. Ждем только зеленую лампочку в салоне. Что ж они делают с людьми? Надо будет взорвать это место к чертовой матери. Продолжаем движение. Противника мы пока не видим, но расслабляться не стоит. Похоже, пришельцы готовы оказать сопротивление и уже сейчас стягивают отряды. Да, расслабляться нам совершенно не стоит. Давайте сделаем следующее. Так. Где разведка? Иди-ка вот сюда вот. Ну, похоже, мы нашли, куда они забирают похищенных. Но зачем им нужны люди, все равно не ясно. Ну как, зачем, доктор Валин? Опыты, хавка и так далее. Так, теперь я хочу следующее сделать. Не очень мне нравятся вот эти пустоты, поэтому давай-ка сканер сюда, ребят. Мамы подгон в поле валки. Да, подгон, вот именно. Так. Там у нас ничего, да? Окей. В пути. Тарас, тогда в эту сторону сходи. Так, фух. Тишина пока что радует, что никого нет ни там, ни там. Хотя могло быть сразу очень плохо. Так, в таком случае выставляем посты. С той стороны у нас будут мэки, с этой стороны штурмы пойдут. Две наступательных таких бригады. Так. Так точно. Так, так, так. Что у нас еще тут? Тут у нас пехота, в принципе. Бегом! Давайте пехоту продвинем. Медика, наверное, пустим по этой стороне. С пехотой рядышком. Так. Тут у нас скаут. Два мэка. Давайте здесь у нас снайпера пойдут. Есть, выполняю. А с той стороны штурмы. Тут снайпера и мэки пойдут. Ну, все, кто... Бегу! Использует оборудование, которое стреляет подальше. Так, а здесь у нас штурмовая бригада. Так. Двигаюсь на позицию. Бестию подвинем. У нее ближний бой вроде работает. Так, если что. Теперь вроде все. Значит, бой готовность. Так, а там у нас слышится мне, что какая-то нездоровая бодяга. Мэкалкой выйдем, посмотрим.
Обнаружен враг. Ой, как здорово, вы все в кучу собрались. Отлично. Просто супер, ребята. Сейчас у меня там еще сзади есть второй чувак. Ну, сейчас будут паниковать полчаса. Так, второй чувак, который у меня есть. Вернее, чувиха. Давай-ка сюда. Так. Мэг уже пожар не страшен. А, у нас нету тут огнемета, да? Ай-яй-яй, как плохо. Тогда нужно перекрыть им доступ кислорода. Над их мест. В плане, чтобы не пробежали дальше. Вот так вот. И как можно больше уничтожаем. Так, отлично. Танкер, видишь, работаем. Уход отстрелены. Хорошо, в ударе. Рушам. Теперь на этот фланг. Работаем. Молодчик. Еще в ударе. А, супер. Так, здесь видим. 99. Давай подойдем. Ясно. Работаем. Прощай. Да-да. Так. Рубкин. Координаты принял. Сюда. Да подождите вы, та группа еще успеет. Здесь у нас в ударе. Так, пока что не будем ничего делать. Может быть, тут у нас сейчас откроется какая-нибудь интересная вещица. Что, посмотрим? Визуальный контакт. Вот я примерно так и предполагал. Так, отлично. Помельче у нас что-нибудь есть. Экзальт. Так, там сотня. Подождите. Ты у нас видишь экзальтовца, да, насколько я понимаю? Да. Значит, по нему и работай. Хорошо. Теперь больше никого не видишь, да? А здесь у нас такая же беда, никого не видим. Боеготовность. Боеготовность. Так. Здесь видим помалу. Так, что делаем? С этой стороны видишь этого и этого, да? То есть может по тебе стрелять. Тогда отходим сюда. Так. Бестия. Иду. Рывочечка. Рисковать не будем. Окей. И не зря я не убрал боеготовность танкера. Работаем. Отличник. Так, здесь боеготовность у всех. Ждем. Так, так. Противницы взяли меня на цель. Ты смотри, щитом вооружился, сволочь. Мерда. Вот это я не ожидал от него. Так, четверку со щита, это плохо. А вот это отлично. Так, майор, молодчик. Так, сейчас будет стрелять. Скрестили пальцы. А! На войне без жертв нельзя. Так, а вот второго мы не ждали.
мимо. Фух, выдохнули. Так. Второго видишь, но не достреляешь. Ладно, работай по этому. Отлично. Пусто, значит, будешь перезаряжаться. Так. Тут отступать нельзя, за нами Москва, работаем. Да-да, знаю. Второй раз. Так. Снайпер у нас никого не видит. Почему у нас так перевернулась эта карта? Так, давайте дальше. Кто во что горазд. Ну-ка сюда быстро. Экзальт. Ты смотри какой. Меткий. Мы, блин, тоже жители Непала. Ты об этом знаешь? Вот тебе. Так. Так. Здесь нет никто, да? Что же делать, как же быть? Подождите пока. Вторая пехота будет у нас сейчас работать. Так, есть попадание. Второй разок. Так, отлично. Ничего, ничего. Здесь подходим. Лечим. Сейчас будет больно. Не будет больно, он уже привыкший. Работаем. Минус один. Так, по той стороне ровно. Окей. Второй мэг. Змея. Давай сюда. Видишь, работай. Хорошо. Так. Есть, наверх. Выполняю. Увидела, да? Так, 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 так. До туда нам дострелить-то нереально. Слушаюсь. Ладно, просто пока проходим. Будем двигаться другими нашими мобильными частями. Так. Двигаюсь к точке. Пойдем-ка, бестия, пора. За дело. Что, браток, не ждал, да, такой наглости от нас? Прищучило. Отлично. Спанки, давай сюда. Ну, хотя, в принципе, что сюда-то? Сразу иди вперед. К бестии поближе. Так, здесь перезаряд. А вот там я уже чую нездоровые шаги. И они мне уже напоминают нехорошего человечка, вернее, робота. А именно сектопода. Так. Давай сюда. Перезарядка. Так. Лечу туда. Вперед снайпера. К дверке поближе. Спешу. Тут также подходим, время перезаряжаемся. Убивать. Координаты получены. Продолжим. Так. Ну, теперь еще. К двери. И тут тоже. Выдвигаюсь.
Кто остался у нас? Мыкалки, да? Так, ну мыкалки у нас могут, в принципе, к двери подойти ближе. Близко-близко. И там встать боеготовность. Робите до буста. Так, кто еще? Все, в принципе. Оружие так, а мы перезарядимся лучше. За всеми, демон. Кстати сказать. Добра, я демон. До открытия дверей, пока есть такая возможность. Кажется, мы не одни. Так. И что, мы тут зависли над этими дверями? Хотите сказать, что кто-то сейчас выйдет? Не очень бы мне хотелось, чтобы кто-то выходил. Так, встаем к двери. Хотя мы встали-то неправильно. Ну да ладно, правильно, неправильно. Потом решим. Да, где скаут? Скаут, вперед, двигайся. Так, теперь всех двигаем как можно ближе к нашему следующему отсеку. Так, ну тут перезаряжаться не надо, поэтому просто в боеготовность. Лечу тут туда. Мы вперед идем. Да, сэр. Так. Боеготовность, боеготовность. Да все в боеготовность. Так, перезарядка у всех. Тут бы вот нам еще бы подойти бы. Блин. Ладно, ближе к двери. Да, не переключайте меня на другую группу. Что за фигня-то? Бегу. Так. Бегом. Здесь встали, здесь все тоже встали. У всех все перезаряжено. Окей, боеготов. Так, так, так. Да, за той дверью, судя по всему, что-то неприятное. Нас будет ожидать. Так, с этой стороны нет никого. А вот с этой. Тоже никого. Ну что ж. Это очень даже неплохо. Так, что сделаем? Выйдем, посмотрим. Выполняем. Да, наверное, так и сделаем. Визуальный контакт. Так, так, так. Смотреть по сторонам. Сколько их? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семеро, да? Окей. Окей. Так, сейчас мы проходим вот сюда вот скаутом. Не видим, да? Не страшно. Не страшно. Окей. Так. Перехожу на другую позицию. Давай сюда. И по нам открывается огонь, соответственно. Позиция под огнем. Так, и мы видим многих с фланга. Начнем.
прикончил его. Этого и требовалось ожидать. Больше не рыпнется. Конечно. Так. Есть контакт. Теперь с этой стороны поработаем. Бестия. Первый. Так, с боеготовности сняли, отлично. Теперь отработай его. Прищучило. Так, супер. Давай этого. Этот готов. Отлично. Так, второй мэк у нас выходит на тропу войны. Так. Так, так, одного видишь, да? Держите, парни. Там, чтобы жизнь медом не казалась. Тут боеготовность. Хорошо. Теперь с этой стороны, что мы еще можем предпринять? Иду. В принципе, ничего, поэтому давайте проходить. Сюда поближе. Так. Я здесь рывком обезьяну продвинем, посадим. Так, ну и теперь будем достреливать остальных. Давай-ка сюда, спанки. Так, первый пошел. Отлично. Кто у нас следующий на очереди? Не видишь, да, отсюда их прибой? Очень плохо. Очень плохо. Выдвигаюсь. Так. Я пошла. Ты тоже не видишь. Блин. Не есть гуд. Вообще не очень. Как бы, ну да ладно. Начинаю наблюдение. Не думаю, что нам летуны принесут большой урон. Ну, мы ждем вашего хода. Давайте. Отступают. Так, танкер работает. Отлично. Посмотрим, что второй будет делать. Второй стреляет по мэку. Ну, в принципе, я на это и рассчитывал. Так, сюда же. У нас обезьяна в курсе, поэтому она будет работать по нему. Теперь не рыпается. Вот так вот. Давайте его переключим сейчас. Не переключается. С пистолета, короче, завалил. У нас обезьяна его. Так. Теперь мы все перезаряжаемся. Кто хочет, кто не хочет, лечит мэков. Отлично. Так, тут подходим ближе к краю. Всеми нашими оперативниками. Так, вот сюда давай. Так. Поехали. Майора сюда ставим. Кому еще треба перезарядиться? Перезаряжайтесь. Перезарядилась. Так, отлично. Все. Тогда в боеготовность. Подождите хотя. Хотя не в боеготовности, а. Уже иду. Выведем вот сюда вот нашего ракетчика. Теперь боеготовность. Так, и тишина, да, у нас? Что ж, скаут, вперед. Противник.
Так. Так. Отлично. Здесь у нас сидит народ, да? Спанки сюда. Нитку сюда. Я спешу. Так, майора сюда. Все сидят и видят этот сектор, в принципе, да? Это хорошо. Это good. Теперь мы делаем следующее. Мы отводим обратно скаута. Смотрим, кто из наших видит то, что видит. Так, видит у нас ракетчик. Выстрел заблокирован. Это нехорошо. Есть гуд. Блин, как бы так. Вот так вот прицелиться неплохо будет. Стреляем. Бум! И сейчас к нам побегут мутоны. Этого-то нам и нужно. Нет, так. Не может быть! Нам совершенно не нужно, чтобы Дурик у нас паниковал. Что это за безобразие? Ладно, всем в боеготовность. Начинаем наблюдение. Сейчас к нам придут. Так, так. Тоже где же? Да завязывай ты паниковать, сколько можно. Кто там кого видит? Чё это я не понимаю? А, это ты видишь? И кто там? Похоже на обычного мутона, да? Так, и он же может выстрелить. Поэтому давай-ка мы тоже выстрелим. Вот так вот. Так, снайпера не видят? Не видят. Как ни странно. Здесь тоже никто не видит. Короче, кроме Дурика. Понятно. Боеготовность все. Дурика я убрать не могу, так как она паникует. Так, отлично. Пойдем сюда, здесь только вкусного. А вот мне интересно, почему наши штурмы и все, кто там сидит, не отрабатывают? Они ждут, пока их поубивают? Да это что за промахи такие от снайперов? До последнего момента сидели, терпели. Какого хрена? Ну вот, теперь Дурик будет страдать у нас. Меня прижали! А нехрен было паниковать. Плохо, нитка. Зараза! Так, кто еще? Ебой, да вы чё, ёлки? У меня слов нет, одни эмоции. Сейчас он бить будет из-за вас. Это не знаю, не отряд, а какая-то хрень у нас. Взял элиту на миссию. А работаете, как не знаю, малолетки. Ой, блин, капец. Так. Что, второй удар можешь сделать, что ли? Ну, давай. Ты смотри, какой ушлый мутон. Так, кого видишь? Работай.
Отлично. Так. Кто еще у нас? Работаем. Отличник. Готов. Перезарядилась. Перезаряжайтесь. Думаю, пока что не последует никаких. Так, на боеготовности. К бою готова. Рок-н-ролл. Так. Сиди, свети тогда уж. Oh, yeah. Это тебе наказание за панику. Много щач. Перезаряжаемся, кому надо. Я готов. Время убивать. Так, да что у меня на тот фланг переключаете? Там они все заряженные уже. Так, работаем медиком. Отлично. Ну да, дурик как всегда выделяется. То мы паникуем, то на боеготовность не становимся. Слышите? Ну вот он, красавелла. Дурик, плохо. Что за хрень? Ну, потому что ты такая дурик. Шативница, сейчас ответку понял. Будешь держать. Тебе повезло, что за тебя Мэг принял. Удар. Так бы ты впухвал, как и Винни-Пух. Так, нафиг мне эта группа не нужна. Дайте мне другую. Работай давай. Вот так всегда надо делать. Теперь не рыпнешься, готовность номер один. Так. Пошел вперед. Так точно. И ты тоже. В боеготовность. Сейчас станете. Так, кто еще? Тут у нас уже сходили. Да, сэр. Давай-ка за ними. Я пошла. Пора бы уже и подходить. Я. А то сидите тут как неприкаянные. Так. Поняла вас. Вперед. Отлично. Да, сэр. Так, майор сюда вот, защит. Все, все сходили. Вперед, разведка. Боже милостивый, что это? Я до последнего надеялась, что это не так. Но пришельцы ставили эксперименты над похищенными людьми. Не понимаю, что они хотят получить. Ну как что хотят? Мясо. Ладно. Паниковать бросили. Выполняю. Поэтому давайте-ка смена взбодримся. Все, больше никому поменять ничего не надо. Там памперсы, магазины. Так, иди-ка ты к медику подойди. Ну-ка, полечи-ка его. Кончай ныть. Так, Рушан. Вернись обратно. Давайте в боеготовности. Так, ну где наш тут мутон? Зеленый, выходи.
Зеленый. Ну-ка, Спанки, сбегай, посмотри, где он. Вот свалил-то, елки-палки. Так. Тут без рывка или с рывком? Чё это я не понимаю? Почему не пишется рывок, не рывок? Что-то странное. Ладно, выхожу. Давай сюда. Окей. Пехота пойдет куда-нибудь подежурить, посмотреть. Иду. Давайте сюда. Так, Пип-бой. Следом, наверное, вставай. Потихоньку будем выходить. Направляюсь на из точку. Укрытий. Так. Вас понял. Обезьяну сюда. Перезарядить пистолет. Вот так. Хоккей. Мэковок тоже вывести на передовой. Выдвигаюсь. Нефиг тут мять причинные места. Вперед, вперед. Окей. Все, боеготовность. Так. Тишина и непонятки. Ладно. Спанки, двигаемся. Вперед. Ну вот они. Родимые. Интересно, что так, они хранят окей. В этих баках? Да фиг его знает, Вален. Что они там хранят? Нам это как раз таки сейчас не интересно. Снайпера где? Где снайпера? Да ладно. А. Снайперку включить, ну извиняюсь. Так, меткий выстрел. Отлично. Следующий из снайперской группы. Да елки-палки, что за лаги такие? Видишь, но не достреливаешь, да? Ну как обычно у нас все. Шиален. Давай на этот фланг тогда. Вот другой базар. Работаем. Ну, а тут уже танк его подогреет. Хорошо. Так. А здесь у нас могут отработать пехотинцы. Отлично. Так. Вместе. Давай-ка поближе. Так, 73. Давай его подманим сюда. На кого, булочка, печеньку крошишь? Так, и второй разок. Вот так вот. Давай поближе. Там пехота заждалась. Второго выстрела. Ха, его даже не будет. Ну, отличные спанки. Так, кто работает? Спанки еще может поработать. 38,1%. 38, в принципе, это неплохо. Так, давай-ка вот сюда вот. Будешь на прикрытии, а здесь мы пойдем. Меняем позитив. Прикроем спанки. Так, 55 65 65, лучше чем 55, поэтому сразу стреляем по нему. Офигеть. Не оборвал. Да ладно, не оправдывайтесь, я уже привык, что вы тут фигней страдаете. Взял элиту на миссию, она мне тут кочевряжется. То прицелы забиты, то еще какая-нибудь хрень, то паникуют. Так,
74. Давай поближе. Офигеть! Конечно, как мы могли попасть? У нас же меткости-то ноль. Так. Думай, готовность. И здесь давай подходим к краю. Все равно ближе не сможешь. Че там у нас? Недострел хронический, как обычно, да? Так, 38. Если ближе подойдем, нас там могут и убить. Ладно, пробуем с 38%. Вот отличник. Экспанки отличник. Вот штурмовики, да. А остальные, блин, как не знаю. Ну, в кого у нас прилетит? Давайте уже, не томите. Они заслуживают этого. Стреляйте. Сыкуны. Я думал, наша команда здесь действует. Не очень. А тут вообще, оказывается, еще и сыкуны присутствуют. Так, погнали. Мелкими перебежками. Ты у нас сидишь. Есть, выполняю. Ракеты вперед. Так. Штурмовая группа вперед. 42%. 42 работаем. Ну ничего, тебе простительно, дробовика. А вот вам непростительно, ребятки. Не попадайте с такой меткостью, охренеть. Обнаружен враг. Так. Давайте-ка. Готовлю огнемет. Испугаемся, ребятки. Страшно, да? Да вы, в принципе, без огня с ЦКО убегаете. Так. Здесь у нас что? Так есть, бегна. Пойдем вперед. 68, 65, 75, 65, 65, 100. Давай работаем. Один ствол убрали. Рубкин. Тебе бы кого-нибудь без щита. Они вроде все со щитами, да? О, 100%. Работай. Готов. Отлично. Убираем следующую жертву. Так, 88, 98, 98. Без щита вроде, да? Без щита. Работаем. Но не убили. Плохо. Так, ну что тут? Да, сэр. Вперед рывочком. Так. Медики тоже идут, да, вперед. Кому как думаешь, что сейчас и подранки у нас появятся. Так, тут куда бы перебазироваться? Слушаюсь. Вот сюда, наверное. Так. 33, 27, 31, 21. 33. Самый модный, да? Малина.
И это не очень. Кто еще у нас? А вроде и никого и нету больше, да? Ладно, в самого модного огонь. Ну, этого стоило ожидать. Так, тут паника у нас рисуется. Пока все ровно. Ну что там у нас? В бестии стреляют. Девятку, офигеть. Ну и ты, наверное, туда же, да? Нет, мы это. Ну вот ты туда же. Как вам нравится бестия? Какого хрена? Броня не пробита. Да. Ответка. Хорошо. Угроза устранена. Так. Не дай бог в бестию, я тебя убью. В меня стреляют. Кто еще остался там? Эп-эп-эп, нет, мимо! Меня зацепило! Тут тварь, а? Ты какого хрена никого не видишь, вернее, видишь, попасть не можешь. Давай еще как попадаю. Можно ближе. Там у нас бойцы погибают. Твою же ж мать. Давай по нему. Отлично. Так. Настабилизировать нужно срочно бестию. Лечу туда. Давай рывком. Майор, не подводи только. Так, что у нас здесь? Я пошла. Вперед. Если что, прикрывать будешь. Так. Поехали. Давай сюда. Что у нас с заброской ракет? Нифига, да? Все ясно с тобой. Дальше. Иду на точку. Переходим к глобальным мерам. Ребята, вы меня поднапрягаете очень. Горите в аду. Так. Отлично. Заходим есть сюда. С фланга. Обойдем? Обойдем кого-то. Пошел. Ты офигела, что ли, маман? Не обрывал. Да ладно. Вот так вот не попасть с 3 метров. У нас бойцы тут гибнут, а ты херней занимаешься, откровенно говоря. Распилить нафиг тебя на запчасти за это дело. Так, что у нас дальше? Блин, никто ничего не видит. Какого хрена? Так, 98. 98. 88. Этот поближе, да? Давай по нему. Прощай. Боезапас почти на нуле. Есть контакт. Так, кто еще? Кто еще? Да никто больше не может. Офигеть. Все сходили. Мониторим сектор. Так, у этого паника. Ладно, пойдет. Че летуны тут у нас? Стреляет по мэту, но это пофиг. Абсолютно. Так, кого видишь? Только одного. Работай. Мазилы хреново. Вы че сегодня? Творите, я не знаю. Да ни в какие ворота вообще не лезет. Убиваю его. Боезапас на нуле. Так. Вперед. Поехали. Реанимируй давай. Ну вот, готов.
Готово. Лечи. Пластырем залепи, и все пройдет. Молодчик, майор. Отлично. Так. Так, ты перезаряжайся, Спанки. Ты отработал нормально. Так, теперь вы. 64. Ну-ка. Смотри, меткость 7-6. Если ты сейчас не попадешь, я тебя точно разберу. Гребаная ты мазила. На разбор пойдешь. Учись, как надо. Этот готов. Снова в строю. Так. Я снова в строю. Вести, давай перезаряжайся. Ты у нас молочица, ты нам еще нужна. Лишь пора атаковать. Так. Пора пробежаться. Остальные вперед. Тут заряжен. Ты вообще впереди планеты Задело. Всей должна была быть там. И стрелять по ним. С ракеты. Фух. Так. Давай сюда. Перезарядка. Так, Рубкин, давай, что сделаем с тобой? Лечу туда. Чуть-чуть подойдем вот сюда, вот, так как ты прыгать не можешь. А потом будем бежать и перезаряжаться. Так. Есть, выполняю. А здесь просто ближе к двери, но пока выглядывать не будем. Майор, вперед. Ну, бегом. Я уже там. Так, ракеты вперед. Вот наконец-то подошла первее всех. Так, теперь что у нас тут? Спанки. Тоже не выглядывай, пока просто защита. Окей. Дальше что у нас? Мэг. Давай сначала вот сюда вот поставим. Окей. Все. Мазила наша. Так, кто у нас далее? Бестия. Ну давай, давай вперед. Так, кто еще у нас? Все вроде, да? Слышали? Так, опять слышим голос. Из туннелей базы. Вперед. Три аптечки осталось. Беречь их будем. Так. Давайте всех стягиваем как можно ближе. На данный момент. Двигаюсь к точке. Это обезьяне, правда, готов. Бежать будет. Очень долго. И много. Так, все остальные почти подтянуты. Газу, газу, вот сюда газу. За Мэка. Так, все подтянуты, перезаряжены, да? Отлично. Так. Тянем, потянем, вытянуть не можем Рубкина. Есть, выполняю. Далее. Спанки выйдешь, поглазеешь. Бендран. Так, никого.
Поняла вас. Бестия на второй фланг. Окей. Мэки выдвигается вперед к двери. Так, Мазила, давай. Хоть стенкой побудешь. Хорошо, стрелять не умеешь. Так, дальше переходим. Бегу! Гранатомет поближе к двери. Вперед, еще кто пойдет у нас? Так, скаута можно подтянуть. В принципе, если что, выбежит. Проверит как раз таки. Так, пехоту как можно ближе тоже подтягиваем. Это, походу, у нас уже последняя комнатка нарисовывается. За дело! Так, так, так. Медики, медики вперед. Я уже там. Аптечки бережем, как я говорю, пока что у всех вроде всего хватает. Не шибко подранено, только по бронежилетам, поэтому... Так, боеготовность. Кажется, мы здесь не одни. Так, теперь снайпера еще до сюда. Довести бы нам. Давайте найдем, где он у нас. Обезьяна. О, ты еще и за два хода сюда не добежишь. Короче, будем без тебя входить. Ждать тебе полвека. Так, скаутский, ты же у нас сюда без рывка выйдешь, надеюсь, вперед. Отличник. А дальше что делаем? Дальше хотелось бы увести еще штурмовую группу. Так, а где у нас спанки? Вот он, да, он сидит. Ты давай сюда, на второй фланг. Отлично, пока никого не видим. Мэки занимает оборону по краям, наверное, вот тут вот. По центру я не думаю, что кто-нибудь рванет. Выдвигаюсь. Так, один край перекрыли, теперь второй. Так есть, нас. Так, отлично. Теперь дальше думаем, смотрим, что мы тут можем предпринять. Так, бестия пока что нет, пока пусть сидит. Так. Координаты пехоту получила. Вперед с рывочком. Так, майор, подожди, сейчас пип-боя выведем. Посадим симметрично, народ. Так, медика давайте тогда пока что за дверку спрячем. Дурик. Вот куда тебя посадить? Ну, в принципе, давай сюда. Так, хоккей. Тарас. За дело. Давай рывочком тоже. Отлично, тут все уселись. Тут мы уже сходили обезьянкой, да? Ну все вроде бы, да? Всех рассадил. Боеготовность. Сидим, ждем пока. Так, а снайпер у нас торопится, бежит. Пора пробежаться. Офигеть, как медленно. Так, 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 так. Надо как-то двигаться. Вот как это сделать получше? Уже иду. Ну-ка, давайте-ка залезем повыше вот сюда. Так вот, какие у них развлечения. Ну, по крайней мере, они не играют в компьютерные игры.
Отлично. Так, штурмовики у нас, если что, могут спрыгнуть. Так как у них ноги резиновые. И это очень хорошо. Это нам, возможно, в дальнейшей тактике поспособствует. Так, мэки теперь. Двигаемся поближе. Но не слишком близко. Будем подходить потихоньку по краешкам. Я пошел. Так, пока что никого не видим. Разведка. Что скажешь, если выйдешь вот сюда? Запалишь всех, в принципе, да? Так есть. Давай пока что. Пока что здесь, вот так вот. Так. Так, так, пехота. Давайте внизу. Поприкрывайте. Выхожу. Ракету наверх я бы забросил. Я уже наверное, там. Вот сюда вот сразу ходи. Так, хорошо. Хорошо. This is good. This is very well. Так, медика наверх. Возможно, там по нам будут шмалять. Кому-нибудь поможет. Так, всеми походили. Снайпер же у нас уже бегал. Обезьянка побегала? Бегала. Боеготовность. Так, по тому флангу. Шумы. Ага, вот они. Наши нелюбимые, хорошие. О, случилось чудо. Маман попала. Ну что ж, исправляется потихоньку. Теперь не рыпнешься. Может и не придется разбирать на запчасти. Так, что мы тут далее видим? Кто-нибудь в теме? Маман у нас только в теме, да? Так, по 75 обоих. Давай этого. Ну, отлично. Еще выстрел. Давай. Ну да, конечно. Два раза попасть практически в одно место мы не могем. Это было бы слишком просто. Так, снайпер. Давай-ка вперед. Так, что у нас тут точки? Точки сидим, в принципе, прикрываем. С этой стороны ничего особо не грозит. Может, стоит выйти сюда с этим мэком, потому как там серьезный противник у нас намечается под названием Сектопод. Уже вышел. Давай-ка сюда поближе. Окей. Так. Пока сидите все на местах. Давайте еще вот так вот сделаем. Оп-оп-оп. Зря я это сделал. Так, не видишь никого, да? Не видишь никого. Давайте вот так вот. Подпалим сканер боевым. Осторожно. Не забывайте, что случилось, когда мы встретились с этой тварью в прошлый раз. Так, отлично. На следующий ход всех будем видеть. Супер. А пока что не двигаемся. Так, отлично. Молодчики. Так, смотрим далее. Что у нас тут?
А у нас там командиры сектоидов и изгои, да, гуляют. Ну ничего, ничего. Все их передвижения фиксируются. Так, хил пошел. Хиляйтесь, хиляйтесь. Это вам не поможет. Мы до вас все равно доберемся. Так, вот и как бы нам поступить? Они же оттуда сейчас не выйдут. Это нам надо к ним подходить. Так и будут бегать. А нам нужно еще сектопода убрать, который вот там вот стоит. Так, перезаряжайся. Так, я думаю, снайпер у нас видит. Его не видят, но он должен видеть. Отлично. Вот, с фланга, сотенька. Давай, работаем. Этот готов. Есть, минус раз. Стой на месте. Так, тут тебя пехота прикроет, если вдруг чего. Медик здесь, тоже неподалеку от нас. Окей, ближе пока не подходим. Потому как могут прения начаться. С обстрелом нашим. Так, давайте все в боеготовность. Так, еще один летающий. Давай, танкер, работаем. Отличник. Так, дальше. А вот и мы. Сами пришли. Ну и хорошо, что сами пришли. Мы очень вам рады. Стреляем по мэкам. Ничего, ничего, терпи. Так, дальше что у нас тут? О, мы как раз стреляли в того, кто хилил, и у нас кто-то пострадал там. Отлично. Так, там все еще какие-то перемещения у нас незначительные. Ага, кого-то поймали. И опять у нас танкер работает. Молодчик. Отличник просто. Так. Выбежал, возможно, стал виден для нашего снайпера. Основного. Это хорошо, мы можем тебя сразу ему убрать. Если будет такая возможность. Где у нас снайпер? Опачки! И обезьяна наш никого не видит. А не видит она никого, потому что... Что? Нету датчика. И бросить мы не можем, потому как они закончились. Так, хоккей. Что, будем рисковать или подождем? Давайте пока рисковать не будем. Так, так, все, всех видят, да? Работаем. Есть восьмерка. Так, штурмы пока что сидят. Возможно, понадобится нам. Так, еще восьмерка. Двойной выстрел, отлично. Так. Тут перезарядка в таком случае. Никто не видит. И ничего, да? Окей. Тут перезарядка. Так, больше некому перезаряжаться. Так, остальные боеготовности. Отлично, майор. Отрабатывает неплохо. Немного не добил, но ничего. Так. Сектопод атакует. Еще раз, да? Или нет? Ага, отлично. Пехота поймала кого-то в прицел. Отлично отработает нитка. Тут еще и кто-то помогает.
Так. И опять затишье перед бурей. Что ж, давайте поглядим. Кто у нас? Майор видит, стреляй. Отличник. Так, идем дальше. У нас еще в работе наши мэки. Работаем. Так, второй выстрел будет? Не будет. Ясно, понятно. Тогда выбираем карателя. Работай. Так. С этим все, перезарядка. Так. Теперь у нас будут подходить, судя по всему, оттуда, да? Снайпер за укрытие и перезарядить. Так, тут боеготовность. У нас садим народ. Готово. Перезарядка. Так, там пусть боеготовности тогда сидят. Окей. Смотрим, слушаем. Подходите ближе. Мы вас будем угощать. Так, там не хотят подходить. Понятненько. Давайте светанем, народ. Опа. Светанули. Но что-то ничего не высветилось. Так, в таком случае, давай-ка спанки, ты у нас к краю подойдешь. У нас хоть снайпер кого-нибудь узреет. Так. Рубкин, ну-ка, скажи нам. Все ли хорошо? Кого еще там видишь? Ага, изгоя потом. Давай вот этого метким выстрелом поразим. До встречи в аду. Так, и есть контакт. Пехота у нас сядет в боеготовность. А спанки у нас отойдет вот сюда. Вот. Спрячется. Так. Таким же макаром давайте мэки передвинем. Чуть поближе. Но они будут нас подприкрывать. Рушим. С этих флангов. Так, давай перезаряжайся. Так, кому еще требуется перезарядка? Так, ну пехоту пока не заряжаем, потому как они у нас сектор мониторят. Окей. Слышите то? Слушаем дальше. Так. Рушим до цели. Очень интересно. Как такое может быть? Промежуток должен быть. Так. Я пошла. Ну-ка, бестия. Вот они вы где, ребятки. Здравствуйте. Так, снайпер. Видишь, работай. Отлично. Так. Пехота, если у нас сюда выйдет, увидит или нет? Вот что мне интересно. Ну да ладно. Так, и больше же никто не лицезреет его. Спанки вперед, помогай напарнице. Опа, вот оно как, да? Работаем. Второй выстрел. Отлично. Так. Здесь нам нужно выйти напрямую, чтобы его высветить. Вперед поперли. Не видишь? Окей. Давай тогда еще ближе. Пусть тебя видит и боится. Так, отлично. Давай критом. Хорошо. Так, второго мэка. Для испуга тоже сюда же подведем. Бегнебе сказано место.
Ну что, уфошник, как думаешь, страшно тебе будет? Я вот полагаю, будет. Ну, рисковать, наверное, не будем. Могли бы, конечно, Гарика сюда вывести и выстрелить, но нет, майор останется здесь. Он на месте. Давайте выполняю. Подведем немножко поближе ракетчика на всякий случай и вставим в боеготовность. Ага, подлый трус. С ума сойти. Мы столько сделали, столько мы научились. Но мы ничего Мэка не под контроль против этой силы. Прикольненько. Так, что скажет купечество? Здесь никто не видит, да? Ну что ж, хорошо. Пойдем. Поговорим с ними. По-нашему. Поздравкаемся. Есть визуальный контакт. Похоже, удача наконец улыбнулась нам. Мы обязаны изучить этот предмет как можно скорее. Думается мне, пришельцы были очень злы, лишившись этого устройства. Сомневаюсь, что они отдали эту вещицу специально. Фух. Ну, ребята, это было, конечно, кирпично-эпично, я бы так сказал. Операция «Адский гигант». Продолжаем. Летим на базу, откупориваем шампанское прямо в рейнджере. Разливаем, выпиваем. Шеф, вы согласны со мной? Значит, не только я понимаю, что эта война еще не окончена. Этот предмет, как мы считаем, служит для обмена данными. В связи с этим возникает вот какой вопрос. Если командир сектоидов управлял всеми пришельцами, тогда с кем или с чем он тут советовался? Мне кажется, это та самая тварь, которую мы встретили при первом контакте с пришельцами. Как мы могли убедиться на собственном опыте, его основное оружие — сила сознания. Ах, вот бы изучить ткани мозга этого существа. Может быть, мы смогли бы использовать полученную информацию для наших целей. Эх, доктор Вален, вам бы все изучить. Мне, чтоб спасибо сказать, там бестия чуть ли не полегла за этот ваш гиперволновый маяк. Народ так подставлялся, а вам лишь бы исследование, исследование. На 37 дней ложится бестия у нас в лазарет. Но я думаю, это не критично по сравнению с тем, что боец мог там просто пасть смертью храбрых. Продолжаем. Так, вскрытие сектопода, коммуникации пришельцев нам доступны. Привезли ништячков. Дофига. Отлично. Не забывайте. Так, так. Мы видим все. Мексика вернулась? Да, ребята. Мы вернули Мексику. Отлично. Супер. Так. Мы обрушили всю вспомогательную сеть. Этого лунатики точно не ожидали. Понятно, что до окончательной победы еще далеко. А значит, расслабляться нам пока что рано. Мы должны найти остальные их корабли и поставить точку в этой войне. Это точно, доктор Ван, я с вами согласен. Ну, у нас идет допрос командира сектоидов на данный момент. А дальше уже будем что-то развивать. Допустим, лабораторию генетики. Посмотрим. Фу, лабораторию генетики. Я не туда смотрю. А вот у нас наше исследование. Коммуникации пришельцев можем развивать. А можем, в принципе, вскрыть сектоподы. Наверное, вскроем сектоподы, а потом уже будем делать проект по коммуникациям пришельцев, который у нас в приоритете. Ну все, ребят, все было напряженно и все здорово закончилось. Мы будем ждать нападения на нашу базу. Все это будет в следующих сериях, которые, будем надеяться, скоро выйдут. Ну а на этой нотке оптимистичной я с вами прощаюсь.
На этом серия заканчивается. Ставьте лайки, что делать под комментариями, что писать, какие отзывы вы в курсе знаете. Всем добра, пока-пока.